а также встретится с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси. В центре внимания будут региональные ситуации и двусторонние вопросы, в том числе возобновление полноформатного авиасообщения. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны также рассмотрят урегулирование региональных кризисов, в том числе в Сирии, Йемене и на палестинских территориях. Очевидно, одной из центральных тем станет ситуация в Ливии. Финальное голосование премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России проходит в эти дни. Выбрать возможных победителей можно на сайте «Новой газеты», рассказал в эфире «Эхо» издатель и председатель юридикационного совета Дмитрий Муратов. 4 года мы это делаем, 4 года составляется список, 4 года ведется голосование, а затем из первой пятерки жюри, в которую входит в том числе Жанна Немцова, там уважаемые люди, они определяют победителя. Не обязательно тот человек, который набирает самое большое количество голосов, становится обладателем премии, потому что жюри – это такой настроечный орган, который оставляет, то есть, грубо говоря, голосование у нас – это не выбор победителя премии Немцова, это выбор номинантов, первой пятерки номинантов. Дмитрий Муратов также исключил вариант, при котором номинантов отберут с помощью так называемого серого трафика. По словам издателя, голосование устроено таким образом, что это невозможно. В Москве сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, 6-8 градусов. Ирина Пучеренко, служба информации «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Султан. Султан. Великодушный султан. Ки кунелле султан. Султан – титул правителей стран Востока, популярное имя или компонент имени у тюркских народов. Царь Салтан был великодушным султаном и всех простил. Салтан и семле патша кинкнелле салтан булганга барысында кишерген. Вы слушали программу «Говорим по-татарски». Не лезь в бутылку. Эхо Москвы. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Доброе утро, мальчики и девочки, папы, мамы, бабушки и дедушки. Мы со звукорежиссером Александром Смирновым начинаем нашу детскую площадку. Мы сегодня с ним одни на детской площадке. Есть один, а у нас будет передача «Одни». Детская. Одни. Вот. Так что Саша закончит то, что обещал. Свои новые и уже написанные детские стихотворения вам мы вместе расскажем, Саша расскажет, и музыка его будет звучать у нас вместе с Александром Смирновым. Хулио Иглесиас еще и одна из барышень группы Абба из Алтагнесса. Фамилию шведскую нам никогда не произнести, никогда. Да. Может быть, вы нам, вот, Саша Пальцев, может быть, вы нам напишите фамилию вот этой вот светловолосой девушки Агнессы, ну, уже барышня, или Агнес, ну, одно и то же, да. Вот одна из четырех, одна была такая темненькая, вторая светленькая, вот светленькая фамилия. Она тоже выпадает сольный диск, вот Саша привез такой эксклюзивный, уже после того, как они разошлись, все эти ребята, вот, свой сольный диск, вот оттуда будем слушать. Лирическое настроение сегодня у всех, поэтому и песни будут лирические. Ну, собственно, у нас есть билеты, у нас есть книжки, так что будем все раздавать по ходу действия, вот так. Ну, давайте, что ли, начинать. Yeah.
чаю, жена там готовит кашу, ребенок не спит, колики и там зеленые какашки, извините. Да не-не, бывает так, детская неожиданность. Да-да-да. Вот, крупная водичка, там все, да, в общем, туда-сюда, и, в общем, два часа ты после работы стоишь, качаешь, потом смотришь на стенку и начинаешь что-то сочинять. Вот, ну что, давай начнем, да? Ну да, ты, да. Ты же хочешь, нас просили написать. Давай, ответим, да-да-да. Да, просили написать стихотворение про пельмени. Про пельмени, да. Как узнать еду, воспоминания, и нас просили, давай, я начну, а ты... А там у меня случайно случился скрипт. По скрипту, да. Я хотел его маленьким сделать, но он получился отлично. Такой же, как... Давайте начнем. Жили-были три пельмени. Первый был суровый парень, не любил он перемены и не верил в изменения. И остался в морозилке, тогда его забыл. Третий был весьма податлив. Шел туда, куда попросят, и тогда его сварил. А второй был непоседа, в руки сразу не давался, но однажды пред обедом в сковородке оказался. Попался. Да. Кто же был из них счастливей? Радость жизни кто из них обрел? Вернее. Ну, конечно, ты же знаешь, тот, кто был из них вкуснее. Ну, неожиданно поскрип. Нет, иногда, да, поскрип, я просто объясню про морозилку. Иногда, когда нет, нечего есть, это было в 90-е, и ты вдруг находишь маленькую пельмешку, завалявшуюся. Это такая радость. И по скрипту. А горчичка со сметанкой, стоя рядышком с тарелкой, поджидали майонезик. И, предвосхищая встречу, ну никак не ожидали кетчуп, лук, нарезанный не слишком мелко, уксус, масло, соль, перчик, хлеб, чеснок, укроп и венчик. Все уж к трапезе готовы нашей. И горчичка со сметанкой, майонезик ждать устали. Кавалер знать был неверный и сказали: мы к тарелке ближе, лишь при нас все будут сыты. И тихо крышки приоткрыли. Но не им решать, кто первым будет выбран фаворитом. Так начнем же. Руки мыли. Всем приятного аппетита. Вот такой замечательный, такой замечательный баскет. Я себе представляю сейчас, внимание тех, кто мультики создает, дорогие друзья, режиссеры. Это же прям выглядит такой прям готовый. Ну сейчас у нас к завтраку, да. Завтрак. А я мультик, мы же мультики делали в детстве. Делали, конечно. Я из пластилина даже лепил. Да. Открывал все окна зимой, чтобы он не растаял. Быстрее. Затвердил бы быстрее. Да. Следующее стихотворение читаем. Я открыл эту самую телефон, если хочешь. Телефон. Или... Давай прочитаем этот по смс-ке, как зовут. Нам написали много, вот наш любимый МЛМ тоже написала. А, Фельдског ее фамилия. Агнета Фельдског. В следующем части, да. Тут вот кто-то даже стихи придумал, смотри. Ну не стихи, а так. Фельдског почти как прыг-скок. А какие билеты у вас есть, скажите, пожалуйста. Катя, сейчас все расскажем, Катя. Вот, пожалуйста, вот как мы ходили с мамой на семинар про здоровое питание. Вот. Пельмени это здоровое питание. Мне кажется, здоровое. А когда ты сам это сделаешь, это вообще чудо. Там шеф-повар поделился рецептом полезного завтрака — клубничной рапсодии. Представляешь? Ну. Есть богемская рапсодия, а есть клубничная. Кстати, надо будет крылах принести. Кстати, он все очень быстро крошил. И много говорил, я не запомнил рецепт, потому что следил, чтобы повар не отрезал себе палец. Ну давай, раз мы за повар, вспомним про нашу книжку, которую мы читали. Про козу мы тогда не дочитали, когда они мы гостили у козы, они пошли к ежику, а про ежика мы не прочитали стишок. Про ежика. Тёж, на скамейке сидел ёж, он болтал ногами и делал оригами, складывал в корзинки, завязывал резинкой, как начинался карнавал, подарки детям раздавал. Оригами Манне, оригами Ванне, оригами Федору, оригами Санне, Вере и Генне, Танне и Варе, Николаю, Ксении, тоже оригами. Оригами петушок, оригами уточка, оригами пастушок, оригами дудочка, оригами поросят, оригами людоед, слон, индюк, комар, котята, пароход, велосипед,
перчаток до мартышек, все, что хочешь, здесь найдешь. Ореками для детишек, для девчонок и мальчишек, для любимых, для детишек, обожает делать еж. Здравствуй, еж. Привет, ребята. Здравствуй, еж. Привет, козлята. Соли дашь, конечно, дам, от придачи барабан. И когда к козе пойдем, мы погремим и попоем. Вот, а там вот дальше? Ну, давай, да, дочитаем уже. Давай. Историю. Шли, 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 наконец-то пришли. Проголодались страшно, давайте есть кашу. Посолили да поели, чай попили, подобрели, пошутили, покутили, хороводы поводили. Так коза нас ублажала, угощала целый день. Ну а к вечеру устала, угощать ей стало лень. И она сказала, хватит, уходите-ка домой. А не то я стану злой и могу вас забодать. И замотала бородой. Мы, конечно, удивились. Но не стали возражать, вежливо с козой простились, извинились и бежать. Зы-зы-зы-зы, мы гостили у козы, в гости хорошо сходили, и поели, и попили, погуляли, и попели, но дома лучше в самом деле. Это вот это правда. Дома-то вы лучше. Свою. Да, да, конечно. Да. Знаешь, что говорят? Про пельмени смешной стих получился. Катя говорит. А сейчас это очередной запрос. А про чебуреки есть? Мы с братом любим чебуреки. Ну вот, ребят, пишите, вот братья, давай да. Сделай страничку, давай. Чтобы тебе писали. Давай, про пишите вот. Что, да. Про что написать? Про что писать? Да, Саша тоже написать. А потом сделаем книжку. Творение, да. А вот дед Сереж нам пишет. Или про кого, или про что? Скок и Запорог. Вот так у всех просыпается. Видите, какое прям творчество у всех просыпается. Ну отлично, так это мы для этого и живем. Да, но тут все серьезно. Фальцкок. Один из вариантов у нас принято просто фальцкок. Вчера, ну, был, все. Вчера был ее день рождения. Вот. Пишет. А я не зря почувствовал. Из Москвы и ВБ. Ну, наверное, Игорь Владимирович Барабанов. А может быть, не Барабанов. Может быть, Санька еще и не Игорь Владимирович. Вот так вот, дорогие. Я недавно начал читать, писать. Теперь читаю своей сестренке. Сестренке, Соль, сестренке, наверное.